Живе Беларусь, слава белорусскому герою Андрею Зельцеру, который боролся против диктатора Лукашенко. И вот 22 ноября 2021 года состоится конференция, связанная с тем, что будут пытаться решить выходы из кризиса политического, который сейчас в Беларуси. Звучит, конечно, смешно. Кризис политический. Какой нахрен кризис, если в Беларуси фактически установлен диктаторский режим диктатора и узурпатора Лукашенко. Лукашенко, который фактически узурпировал власть в Беларуси. А за границей еще фактически не поняли, с кем они имеют дело. Политический кризис. Какой политический кризис? Фактически в Беларуси объявлена гражданская война диктатора против своего народа. А они будут решать политический кризис, искать выход из политического кризиса. Просто иногда, конечно, вот эти западные структуры бюрократические, они фактически не понимают, что происходит в Беларуси. А в Беларуси происходит фактически 33-й год, как был в СССР. Репрессии, притеснение людей и уничтожение людей. Вот такие вот дела, ребятки. Но хотел бы пожелать, конечно, всем тем людям, которые будут на вот этом конгрессе, чтобы они наконец-то осознали, что реально происходит в Беларуси, и чтобы все те, кто может как-то повлиять на ситуацию в Беларуси, хотя бы могли повлиять и что-то сделать для того, чтобы облегчить сложившуюся ситуацию простого белорусского народа в Беларуси. Вот такие вот дела, ребята. Берегите себя. Живи Беларусь. Слава белорусскому народу, который борется против диктатора Лукашенко.